Могу ли я камбэкнуть доту на тир 1? И что мне для этого нужно сделать? Как говорят наши игроки, все советуют, пообусь мне. Я пришел, там, знаешь, такие мустанонты сидят, Резоль, Алоха, ты вообще кто такой, мужик? Поэтому я там как бы так, водонос. Там через 2 года они встали, я никогда в жизни больше не буду играть с этим человеком. Никогда в своей жизни там бу-бум, бу-бум, бу-бум. Что-то плохо играем, надо кого-то поменять. Но нет. То есть реально там записал в паблике, ну серьезно, это репутация, это абсурд. Мне кажется, тир 2 уровня плотного достичь могут все абсолютно. Но вот если говорить про тир 1, есть люди, которым просто не хватит. Извините за французский, можно быть мразью, но при этом быть тир 1 игроком и нормально себя чувствовать. То есть лучше взять топ 100, который играет только на сапах, чем топ 20, который играет на корах, ну, в официантах играет на сапах. Итак, сегодняшний наш гость Дмитрий Корбин. Дима, мне всегда интересно было, есть ли связь твоего никнейма с Корбином Далласом? Да, да, это безусловно, это оттуда и есть. Единственное, что я заменил букву на цифру исключительно потому, что в мою молодость был такой элит-язык популярный, 1337, вот, и я такой, ну, там все вот это, 36484, 5051, и я такой, ладно, пусть будет тройка. Да, безусловно, это именно оттуда. У тебя есть мультипаспорт? Закончился, по-моему. Нет, до ноября есть, да, есть. Ты являешься менеджером Team Spirit? Мне интересно, как ты к этому пришел и в какой момент своей жизни ты определил, что ты хочешь заниматься именно этим? Слушай, ну в момент я определил на самом деле еще в 2014 году. Я раньше играл в 1.6, ну такого, на полупрофессиональном уровне. Вот, то есть на Asus в Москву я не ездил, а тогда у нас, по-моему, в России только Asus был. Вот, но на отборочные я играл и даже там доходил условно до четверти, до полуфинала. Это были еще времена, когда ты платил, вот взносы. Я не вспомню, по 2000, по-моему, я просто сумму не помню, по 2000 ты платил с командой или 1500, да, взносы, чтобы отправлять квалификации на турнир. Вот, и в целом как-то так сложилось, мне всегда нравилась спортивная составляющая в играх, просто потом я пришел на доту. То есть в какой-то момент меня позвали в Гарену, Вайкап, вот это вот все, и я такой, вау. И так как-то завертелось. И потом, ну, в общем, в принципе, все сложилось совершенно случайно. То есть позвали потом помочь друзьям. Я такой, ладно, окей. Но, в общем и целом, я бы хотел еще связать свою жизнь с киберспортом еще, наверное, в году 2006, когда у меня появился Steam, и когда я купил себе первую профессиональную геймерскую мышь Logitech MX518. Вот так вот. И, наверное, тогда уже было такое желание. Именно с киберспортом. А вот, ну, только к тому, что многие хотят быть игроками, многие там хотят, я не знаю, снимать интервью. Менеджмент. Почему менеджер? Кто хочет играть, снимать интервью, Илюх? Да я не знаю. Но я, например, с удовольствием поиграл бы. Я знаю людей, которым бы прикол больше работать в камере, чем другое. Ты менеджер. Почему? Потому что, наверное, если бы я продолжал плотно заниматься, у меня, возможно, была бы какая-то тир-2 карьера в Counter-Strike. Возможно, потом я стал каким-нибудь тренером или аналитиком, или вот это вот все, но получилось так, что у меня выпал там год жизни, да, и я просто, мне перестал нравиться абсолютно эта игра. И я понимаю, что, ну, в доте, ну, я играл, ну, я просто не тащу. Ну, типа, надо быть реалистом во всем. Я просто понял, что в этом нет никакого смысла, потому что я никогда не буду хайскильным проигроком. Типа, играть, там, не знаю, в тир-10, какие-нибудь пульсы, да, условно говоря, сейчас, в текущей, есть смысла никакого нет. И при этом все равно хотелось как-то себя связать с этим. И случайно, говорю, мне позвали там менеджером, мне понравилось, и все, и так понеслась. Первая это команда профессиональная. Это было Yellow Submarine. Вот как начали с Semi-Pro серии, да, так и дошли почти до Star серии. И вот выиграли квал, это вот моя первая команда и была. В качестве менеджера? Да, да, да. Да, а потом Империя? А потом сразу Империя была, да. Но я год работал, получается, с той субмариной, и мы прям вот с самых низов, то есть с Semi-Pro серии мы вот долезли до победы на Панквалах. Безусловно, удача, конечно, где-то была, но в целом, да. После Империи у тебя кто был? После Империи у меня был ли Ашер, аж целых 2 месяца. Вот. Лучше бы не было в целом. И потом, да, потом я год был на заводе, ну, грубо говоря, на заводе в кавычках, и потом уже Spirit. Понял. Какие, что тебе нравится больше всего в твоей работе и меньше всего? Ты знаешь, можно разделить на вот пополам, просто объясню почему. Spirit мне нравится все, потому что нас двое, здесь 2 менеджера, и я не занимаюсь какой-то операционной деятельностью, которая меня невероятно бесила, да, административкой. Но именно раздражало, не то, что я там как-то к ней криво относился или там плохо что-то делал, я, насколько помню, Империя вроде везде визы получала, а там я занимался этим всем.
Кроме одного случая, но там я не виноват. Ты можешь потом к нему вернуться. Короче, и в целом, да, вот инициативка безумно бесила. Ты про визу? Да, я про визу Вована, да. Что с ней? А там проблема в том, смотри, в чем было как. Был же сначала, там был саммит перед квалами, да. И на саммит я не полетел. Сразу сказал, что я задолго, я уже сказал, что я в этот период я пойду в отпуск. И на саммит я не полетел, соответственно, визу я не делал себе в Америку. Они все сделали визу в Америку, а ему дали, получается, разовую визу. А раньше была такая система, если дают разовую визу, а я вообще тогда, ну, типа, с Америкой первый раз сталкивался. Я привык, знаешь, как, например, вот мы получали визы там в Европу, в Китай, ты просто едешь в посольство, да, и с документами, с пачкой, которые тебе нужны, и все. Здесь как бы анкета огромная, все остальное. И раньше как было? Раньше по Dropbox, если у тебя была виза, ты отправляешься на Dropbox. Вот. И... его отправили, мы отправили, то есть мы все обговорили тогда в империи, сказали, что это нормально, точно, мы отправим документы по Dropbox. Мы отправили документы по Dropbox, и ему пришел отказ на административное исследование, его отправили. Вот. И мы после этого назначили собеседование, уже тоже пришли, там был у нас сенатор от Valve, Valve очень нам тогда очень помогли. И суть в чем, что он пришел на собеседование, ему на собеседование одобрили, и сказали, что все, вы получили, все замечательно, классно. Все, типа, ждите паспорт. А паспорт пришел только под конец групповой стадии. Вот, основная проблема была в этом. А тогда как раз дипломатов высылали, вот это вот все было. Потому что я тоже подавался же в этот же момент, и у меня тоже было административное расследование, как у него. Я же тоже улетел не с ребятами, я прилетел в последней групповой стадии. Но я подавался в Екатеринбурге, а не в Москве, потому что в Москве не было записи. И с Екатеринбурга паспорт пришел, получается, на 2 дня раньше мне. Или на 2, или на 3 дня раньше. А так у меня тоже самое было. 221G, по-моему, это административное расследование и все остальное. Я думал, в принципе, что же, не полечу, но мне вот пришел паспорт. То есть здесь, по факту, наверное, скорее стечение каких-то обстоятельств у Вована. Это, конечно, было отвратительно, что так получилось, но в целом... В конечном счете результат был неплохой. И учитывая то, что потом какие инсайды всплывали о взаимоотношениях между людьми в команде, мне кажется, вряд ли получилось бы достичь такого результата. Слушай, да там все половина на половину эти инсайды, да? На самом деле. Ну, типа, да, это все не так больше... страшно, как малюют. А, типа, да? Ну да, у них был типа конфликт, очевидно, они не нравились друг другу. Ну, у кого здесь нет конфликтов, даже здесь. Но они не нравились друг другу, в принципе, это не помешало им там выиграть квал, например. У квала они выиграли, ну, типа, без шансов. Вот. И в целом, ну, это такое. Не знаю, меня, понимаешь, если рассуждать именно на тот момент, ты полностью прав. А если уже сейчас, с высоты опыта, то, не знаю, лучше бы результата не было. Потому что, ну, Вован же так и не вернулся после этого толком в игру. А он был, ну, типа, офигенным игроком. У него были через героя свои, были свои видения. Да, он был офигенным игроком. На тот момент, вот, если ты вспомнишь, вот была ваша команда, и до того, как Роджер еще не перешел в Нави, по сути, мы там где-то еще барахтались. Все, остальные где-то были вообще вот там. Вован действительно был хорош. И вот после этого это настолько, видимо, повлияло, что он больше не вернулся. Поэтому, если говорить сейчас, лучше бы топ-16 я занял, но чтобы у человека было все в порядке. Вот и все. Ты по праву считаешься, если не самым лучшим, то одним из лучших скаутов в Доте. Как ты думаешь, в чем твоя фишка, почему так? Да это удача просто, просто везет. Это по-другому, знаешь, не знаю. Типа, можно свободно обсуждать, можно... Ну, опыт, наверное, какой-то, во-первых, появился. Я думаю, что несколько факторов. Первый, появился опыт, потому что в Империи, безусловно, были отличные варианты. Да? Например, когда я полностью пересобрал состав в 2016 году, он не весь состоял из гениев Доты, да, но, тем не менее, я увидел что-то в Рамзесе тогда, да, и мы его забрали. Вот. И в Мипошке я что-то увидел, хотя он вообще был керри до этого момента. И в целом, да, но вот 2018 год, например, фулл провал. 17-й год был хороший, 16-й год был хороший. Вот. 15-й разбираться не буду, потому что в 15-м у меня там власти не было. Я пришел, там, знаешь, такие мустанонты сидят, Резоль, Алоха, это вообще кто такой, мужик? Поэтому я там как бы так, водонос. 16-17 год был хороший, 18-й был уже плохой, ну и 19-й был такой чпеньк. Поэтому сейчас что-то, наверное, получилось лучше. Опять же, в таких делах все равно... Удача – это такой, знаешь, фактор успеха очень важный, потому что человек может быть идеальным по всем каким-то твоим внутренним, да, критериям, он может идеально подходить, ты будешь считать, что это хороший критерий, но у него могут быть, например, какие-нибудь ментальные проблемы, да, и... Со временем, которые могут всплыть. Да, ну, там, через 2 недели, например. Но в связи с тем, что они не дадут ему развиваться, это будет большой проблемой. Именно поэтому, наверное, просто я умею компоновать людей в пазл. То есть мы же, например, не говорим о том, что я ищу людей, одного человека конкретно. Команду. Да? То есть, да, я собираю именно команду. То есть, скорее, тут работает то, что я умею компоновать людей в пазл, и это дает свои плоды. Мне вот всегда казалось, что, ну, я тоже похожее мнение,
И вот, допустим, у меня всегда была, ну, очень такая примитивная теория, что, допустим, если есть один человек в команде, который много говорит, то другой человек должен мало говорить. Если есть человек, который там тянет одеяло на себя, то другой человек должен, типа, комфортно себя чувствовать, отдавая это одеяло другому человеку. Ты как считаешь? Слушай, ну это просто теория полярности у тебя получается. Mm-hmm. Где есть плюс, должен быть минус, потому что плюс на плюс не работает, да? И если, наверное, грубо говорить, я с тобой соглашусь, но в целом это слишком стерильно, в моем понимании, то, что ты предлагаешь. То есть команда должна развиваться, в моем понимании, равномерно. То есть говорить могут все. Главное, чтобы люди умели вовремя слушать, замолчать. Да, да, чтобы вовремя замолчать они умели. И все. И чтобы была какая-то, грубо говоря, системная иерархия. Вот все, не более того. То есть и доверие, безусловно. Чтобы не было такого, что один говорит, а другой говорит, ну не. То есть и чтобы люди в то же время нормально относились к антиколам. То есть, знаешь, это такой винегрет, который, если у человека все в порядке, да, вот с работой в команде, он сам собой получается. То есть нет такого, что кто-то говорит, нет, парни, мы туда не идем, и человек на похер, например, туда летит. Или он не согласен, начинает спорить в игре. Он как бы просто в своей голове думает о игровом моменте, и если он понимает, что это полная фигня, вот это такое, что мы они там должны драться, да, он выдает как бы базу, спич, что нет, мы деремся, и все, и потом он принимает ответственность на себя. Вот. В целом, то, что ты говоришь, наверное, работает, но в каких-то очень таких фундаментальных вещах. То есть, например, если есть токсик в команде, второго токсика, ну, может даже, да, но тебе точно нужен будет чел, который будет всю эту атмосферу разряжать, вот который будет такой прям приятный. Вот в таких планах, наверное, работает. А вот если говорить про игровые, мне кажется, сейчас это более смазано. Громотвод. Я когда-то считал себя громотводом в команде. Как ты думаешь, нужен ли в команде громотвод? Нет. Может быть, нормальная здоровая обстановка, и не нужно скидывать, не нужен быть в команде человек, не должен быть, на которого можно скидывать все плохое и винить его в чем-то. Можно просто здоровые отношения командные создать. Конечно. Не, вообще, вот то, что скидывать кого-то, это прям путь в никуда сразу инста. Потому что, ну, как себе представляешь, вы же команда. Ну, вы типа... Раньше это как-то происходило. Это твои... Ну, да, я понимаю, о чем ты. Но вот, ну, просто вы тиммейты, типа, ты... Самый близкий человек для тиммейта, пока ты играешь в профессиональную доту в этой команде. Ты вот, по сути, он большую часть времени в год проводит с тобой. Как ты можешь своего тиммейта делать громотводом? Не, это полная фигня абсолютно. Не, конфликты, безусловно, везде бывают. Да, даже у нас замена произошла не потому, что мы такие... Что-то плохо играем, надо кого-то поменять. А, тоже из-за каких-то очень проблем. Но... Это тянулось очень, например, на нашем примере, это очень давно тянулось, и мы пытались решить, все пытались, участвующие в этой проблеме, в том числе игроки, пытались ее разрешить. Ну, типа, спустя год мы могли, можем сказать, у нас не получилось, да, потому что, ну, есть проблема, которая не решается. И ты делаешь вариант. Но громоотвод, вот этот вот козел отпущения, это точно вообще сразу минус, инста просто. Ты, в принципе, уже ответил на следующий вопрос, но, может, вкратце, какими качествами должен обладать человек, который может потенциально стать тир-1? А это уникальная штука, на самом деле. Ну, в том плане, что можно быть тир-1 таким, знаешь, просто, извините за французский, можно быть мразью, но при этом быть тир-1 игроком и нормально себя чувствовать. Можно быть просто очень тяжелым человеком, вот прям реально тяжелым. Поверь, в СНГ-доте достаточно тяжелых людей, именно вот как игроков. А можно быть суперпозитивным. Вот универсального нет. Ты должен, типа, хорошо играть, и ты должен подходить в свой пазл, куда тебя возьмут. Ну, то есть команды, например, куда тебя возьмут, и ты ни черта там не слушаешь, потому что твои вот эти данные, они либо будут пожирать команду, да, например, если там невероятный токсик какой-то. Ну, вот даже на примере, сколько было всяких, вот даже на примере, давай, команд, которые тогда существовали. Ну, вот, например, все рассказывают о том, что тяжело там играть с Саней, да, Никсом. Угу. Он был постоянно игроком, и в какой-то период... Ты как раз был менеджером в ХР, да, когда ну, вот два месяца, ну да, ну, просто говорю, к тому, что вот тяжело играть. Но есть люди, с которым не особо тяжело играть. То есть люди, которые это вообще, ну, то есть не фильтруют, не пропускают через себя то, что он говорит, например. Например, тот же к Сане. Вот, возможно, да, возможно. Даже скажу по-другому, на примере своих команд. FN. У меня же 2 года я работал с Ростиком, да. И наверное, люди... продолжаешь работать, иначе да, почему ну, ты ищешь ему конвары? Сейчас, да, но уже не ищу, кстати. Да? Ну, хорошо. Вот, но в целом с ним тоже очень тяжело было. Но были люди, которые, типа, вот, например, Мипошки, ну... Его иногда раздражало, но в целом никак не влияло на его отношения. Ростик у них были нормальные тиммейты, они там могли куда-то пойти погулять. Ну,
в рамках возможного с ростиком, естественно, и прочее. А вот были люди, которые просто, ну, там, через два года они встали, уже никогда в жизни будешь играть с этим человеком, никогда в своей жизни, там, бу-бум, 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 и все. Вот, типа, то есть важно найти просто свой базу. Тебе нужны люди, которые будут тебя воспринимать таким, какой ты есть, и здесь же сами смотришь, бесящие черты характера у разных людей, да, и есть люди, которые просто не выносят. Кто-то не выносит, например, когда на него, вот мне, например, наплевать, если на меня орут где-то, вот, представляю, какие-то у меня друзья есть, да, или даже семья, или близкие, но, например, просто ссора какая-то, вот есть люди, которые не выносят, когда на тебя повышают голос. То есть просто даже если там голос повышают за дело, то есть, и там все говорят, никогда не повышай на меня голос, никогда там. И людей это прям вообще просто выбивает, выносит. Мне, например, вообще наплевать. Ну, типа, поорем, мне нравится нормально. Ну, типа, поорали, классно, все. Пока. Так же, как и с драками говоришь, знаешь, там, подрались, а потом лучше друзья. Некоторые же там, ты что, подрались, там, то есть, главное просто найти свой пазл. Как ты думаешь, почему многие игроки такие остаются тир 2 и 3 и не могут выйти, ну, преодолеть этот барьер? Добавлю. Помимо того, что если ты пазл, ты... Единственное, что должно быть у каждого игрока качество, это желание играть в доту и желание побеждать. И я имею в виду не просто типа такой, я хочу быть топ-1, а делом. То есть ты должен понимать, что если ты не хочешь, например, тиммейт твой обожает боулинг, ты ненавидишь боулинг, просто ненавидишь его, но он обожает боулинг, у него день рождения, и как бы ты не хотел ехать в этот боулинг, тебе нужно съездить в этот боулинг. На 2 часа, на 3, но ты должен съездить, просто посвятить свое время человеку. И, в принципе, там, после игры ты не должен убегать, потому что они все рачки и не умеют играть, и вообще ничего там обсуждать. Он опять там 10-й раз пошел фармить там какой-нибудь опасный кемп и сдох там без байбека, и мы проиграли. Зачем это обсуждать? Ты должен оставаться и это обсуждать. То есть нет другого пути. У тебя есть путь только убрать человека из команды. Вот. А пути, что да пошли вы все в жопу, я там пошел, все, давайте, парни, пока, такого пути нет. Вот это вот, наверное, самое важное качество. Да, что Dota — командная игра, ну, вернее, командная работа, это не всегда о Dota. Это о том, чтобы просто уделить время человеку другому. И при этом ты не должен, естественно, там чистить вот такое вот. Я иногда бывал, у меня когда звали, я говорю, парни, я не пойду, потому что у меня отвратительное настроение, и если я приду, оно будет тоже плохим у вас. Вы будете все такие веселые, а я буду сидеть такой, типа, бля. Ну, потому что, ну, там, какие-то, может, дела или проблемы не со стороны работы, еще что-то. Но это нормально. Но если ты будешь каждый раз говорить ненормально, но в целом это нормально. Но в другом ты должен прийти, и ты еще должен. Какой бы ты интроверт ни был, ты еще должен там веселиться, анекдоты категории бы рассказывать и так далее. Ну, то есть быть нормальным, социализированным человеком. Так, вопрос повторю. Почему, по твоему мнению, многие люди, ну, многие игроки остаются на уровне тир 2-3 и так и не могут преодолеть этот барьер? Что им мешает? Сложно сказать. Вот, ты знаешь, я об этом очень много думал, откровенно говоря, и даже среди каких-то хайп-ТС людей очень много, которые, в общем-то, ничего и не выиграли. Или где-то играют годами. Там, там. Ну да, 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 да. Вот. У которых, возможно, были проблески за карьеру, но потом их карьера воскресилась. Мне действительно сложно сказать. Пожалуй, на этот вопрос даже, я так скажу, у меня нет ответа, потому что факторов много, а какой правильно, не знаю. То есть, да, кто-то, вероятно, Кому-то просто не повезло. Кому-то точно просто не повезло, это 100%. Но обычно таким людям рано или поздно везет. Вот, когда даже в возрасте обычно рано или поздно везет. Но в целом, я вот так думал, факторов очень много. Кто-то просто не развивается. То есть даже, ну, все, вообще все в этой жизни развивается, ты не можешь быть консерватором. Да, то есть все изменяется. Даже если, говорит, не развивается, оно просто все изменяется. Как по форме, так и по содержанию. Доты, формат, как ты должен скаутить игроков, формат, как ты должен собирать команду, формат, как ты должен играть в доту. То есть и некоторые люди просто остаются такими, какими они были там год, два, три, четыре, пять назад. Поэтому, мне кажется, есть люди, которые они вот были хорошими игроками или достойными игроками там какого-то уровня, а потом, например, они плотно осели где-нибудь в тир 2 или в тир 3 и больше не могут вынести. Мне кажется, это как раз связано с этим. У других проблема в том, что они не могут правильно расставить приоритет. То есть они не понимают, что это не просто по желанию, вот, да, это какие-то вещи, которые ты, требования, которые ты произвешь, это обязательно. И причем это обязательно должно быть очень нативно, то есть это не должно быть из-под палки. Ты должен сам понять и прогрузить в себя то, что тебе нужно делать, потому что это принесет тебе победы. Вот. И вот, наверное, эти основные причины. Но есть также причины, что ты просто недостаточно талантлив. Ну, действительно, есть люди, которые просто, они не умеют играть в доту на высоком уровне. И даже если это потратит на них очень много времени, а никто этого делать не будет, да, и очень много ресурсов, они, к сожалению, так и не научатся играть, если мы говорим вот про тир-1 уровень. Мне кажется, тир-2 уровня плотного достичь могут все абсолютно. Но вот если говорить про тир-1, ну да, действительно, есть люди, которым просто не хватит. И в этом ничего такого. Я поэтому всегда и говорил, что ну, не получается, попробуйся на другой роли, может, получится. Я вот честно скажу, думаю, что тот же Ярослав, Мипошка, Накери,
не стал бы тир-1 игроком. У него просто формат, это не его. Ему не хватит вот этого какого-то самостоятельности в плане такого ЧСВ, наглости вот этого. То, чего должно быть, то, что должно быть у Керри. Напора вот этого, знаешь, резко в одномоментно. Он очень долго размышляет. И вот на Керри нужно резко одномоментно думать, в моем понимании, да. И поэтому, а на саппорте, видишь, получилось все. Поэтому причин много в целом, вот. Но они все вроде объективные. Можешь как-то в процентном соотношении важность софт-скиллов и хард-скиллов для командного игрока? Ну, ты знаешь, система очень разная, построение команд у всех. А. Поэтому, вот, например, и так тебе скажу, вот даже у нас... Блин, ну, играть в доту уметь — это база. Ну, серьезно. Тут как бы без вопросов. То есть ты даже сейчас, когда дота стал суперкомандой, должен уметь играть в доту. И индивидуальный скилл решает, конечно, в меньшей степени, чем там 5 лет назад, да, или 6, но он все равно решает. Ты не можешь... Например, ну, ты не можешь играть с мидлейнером, который имеет у тебя там 3000 на 10 каждую игру или 3,5. Ну, просто не можешь. Вот. Потому что будешь проигрывать. Поэтому сложно. Это все зависит от команды. Команда очень... Вот даже сейчас взять... Вот наша команда, даже в СНГ, наша команда Панда, да, и Bad Boom. Ну и давай Virtus.pro возьмем. Вот 4 команды, которые здесь присутствуют. Я могу сказать, что... Это совершенно разные команды с точки зрения структуры и системы, своего формата. Совершенно разные. Это даже вот менеджер ваш, бывший, когда еще в Virtus.pro, говорил, что вы были рок-н-ролльной командой. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, я подозреваю, что у Панты что-то осталось тоже от этого. Про Bad Boom говорить не буду. А у Spirit это чистая база. То есть база в плане спортивная составляющая. То есть она целиком построена, команда максимально приближена к традиционному спорту, наверное, да, с какими-то сборами, с каким-то режимом более-менее питания. У нас даже медицинское обследование есть. Ну, возможно, у них тоже все это есть. Но у нас жесткий режим, у нас жесткое количество, например, скримов. У нас жесткое понятие, что если мы... У нас вылетели скримы, потому что чуваки отказались, да, играть. У нас всегда стабильно играют с паблики. То есть нельзя просто, ну, отказались там вечером. Отказались, ну, пойду там посплю, почилю или еще что-то. Или там поиграю в кастомки. То есть, да, команды тоже собраны по разному пути. Spirit, по сути, все... Не скажу, что друзья, но они все такие приятели. У нас нет деления, знаешь, на группы. 2 человека, 3 человека. А вот лагерей у нас нет. У нас абсолютно все одинаковые. То есть у нас в принципе так происходит. У других команд по-другому. И даже у меня в моих командах раньше было по-другому. То есть и раньше я даже... Ну, я раньше и не верил, что такое возможно. Вот. Поэтому... И, ну, это не говорю, что это лучший формат. Нет. Ну, типа, опять же, вспоминая Золотых Virtus.pro, у вас был формат рок-н-ролльный, но вы же... Ну, почти все выиграли. Мы чуть позже вернемся к этому. Я хотел бы тоже с тобой это обсудить. Пока ты то, что я упомянул, софт-скиллы, хард-скиллы, да, я согласен, что для каждой команды это все индивидуально. И, на самом деле, очень индивидуально для каждой позиции. То есть, допустим, для кор-игроков куда важнее твои хард-скиллы, чем твои софт-скиллы. Ты можешь быть там абсолютной мразью или там неприятным человеком. Для мидера это актуально. Если ты реально крут, и ну, люди будут закрывать на это глаза. А для сапа, как бы ты не жал на кнопки, если ты ну, неприятный чувак, и ты там говоришь, ну, молчишь в игре, то, наверное, ну, некомфортно будет играть с таким сапом. Слушай, вот и самое важное, наверное, да, молчание в игре, это, наверное, самое важное. Именно для сапов, если ты молчишь прям совсем, ну, опять же, все зависит от того, да, что... Если... Вот смотри, ты играешь на четверке, ты молчишь. У тебя есть тройка, которая говорит, не закрывая рот. Еще да, на линии тебе говорит, тут веди. И все нормально вроде. При этом, если ты хорошо играешь, все нормально, ты ценный игрок. То есть, да, поэтому все зависит, об этом сказал, что все зависит от команды. Да, вот как ты думаешь, насколько важна, ну, когда берут команду, очевидно, смотрят ранг, как думаешь, насколько важен ранг для игрока суппорт? Да так же, как и для кора, на самом деле. Ну, типа, я не знаю, я особо не делю. Типа, саппорт все равно хочется, чтобы саппорт умел нажимать кнопки. Типа, это довольно важный хорошо, поинт. Хорошо, если суппорт апнул ранг, играя на корах? Не, вот это плохо. Вот это плохо. То есть лучше взять топ-100, который играет только на сапах, чем топ-20, который играет на корах, ну, в официалках играет на сапах. Тут я точно согласен, что сапах играть это нормально. Это нормально. Но опять же, есть уникумы, безусловно, которые... Ну, не уникумы, а есть люди, которые там топ-200, они играют шикардосно. То есть это... Ну, про что говорим? Топ-200 это окей, топ-600 это не окей, скажу так.
немножко про меня. Короче, моя проблема всегда была в том, что я не паб-игрок, я компетитив-игрок. Я даже, когда прихожу в паб, я не могу перестроиться в моменте, чтобы перестать играть компетитив, а играть как паб. Хотя в пабе, ну, тебе нужны абсолютно разные вещи, чтобы выиграть в паблике и в компетитив. Что я должен сделать? Что у меня получилось? У меня не получается апнуть ранг. Я захожу, играю компетитив. Твой комментарий. У тебя какой сейчас ранг? У меня там... Топ-600? Топ-400, мы где-то 9600, 9700. Понял. Слушай, да не знаю, как говорят наши игроки, всем советуют, пообусь метод. То есть, ну, по сути, что тебе топ-200 взял, этого достаточно. Вот ты правильно сказал, что это разные вещи, действительно. Поэтому есть очень много хай-ММР игроков, которые в целом компетитив что-то и не получается, не особо получается у них, да. Вот. Причем действительно много. Поэтому топ-200 это вроде сколько сейчас? Наверное, 10. 11. Не, не 11, топ-200 точно не 11. 10600, 10700. Да не. Это больше 10. Хотя в Европе можно. Чтобы ты понимал, топ стоит 11 тысяч сейчас. В это верю, да, 10 900 где-то, 11, ну, топ-200, ну, где-то, ну, короче, ну, топ-200, как-то на бусте, потом делай, да, что хочешь. Топ-200, это уже, типа, нормально. Следующий вопрос. Это, на самом деле, очень похоже, я всегда, ну, часто об этом задумывался, сравнивая киберспортсмена с просто спортсменом. Ты ставишь, по сути, всю жизнь свою на кон и надеешься, что у тебя что-то получится. И так же делают футболисты, там, допустим, сколько они там, с 16, да, с 18 лет, еще раньше, да, с 10, наверное, когда... Там прям с 6 лет уже можно. Да, и потом ты можешь потратить всю свою, там, ну, 10-15 лет, и потом в конечном счете оказаться ни с чем. В киберспорте, ну, часто так бывает, ну, у спортсменов. В киберспорте примерно тоже, ты играешь с самого детства, я там играл, например, с 10 лет в первую доту, вторую, и если я знаю примеры живые, у нас иногда бывают в студии заходят люди, которые так за свою карьеру ничего не достигли, И больше ничего в жизни не могут, не умеют. Вот, допустим, в моем случае проблема в том, что вот я почти закончил играть доту, потому что мне там, ну, не получается, например, играть на тир-1 уровне, да, а время идет, тебе уже там 28-30 лет, тебе надо уже что-то делать, ну, касаемо реальной жизни. А по сути ты, ну, ничего не умеешь. Что бы ты посоветовал людям, которые вообще думают о том, чтобы стать про-игроками? Тут такая фишка, я же сам был в такой ситуации, как Саша Рушил. Ну, типа, не сказать, что я ничего не умею, да, но вот именно... Ну, какие-то базовые навыки, там, а-ля водить машину... Базовые навыки есть, да, но, типа, в продажах я работал давно, поэтому, да, я не хочу работать в продажах, честно. Мне, вот, фу, мне нравится, да, но у меня весь базис был, например, на классической работе, в основном в продаже. Uh-huh. А вот, ну, какой-то именно базис, то есть не просто я там работал, а я добивался успехов, повышения, там, у меня даже грамоты есть почетные, там, вот эти вот дипломы и так далее, ну, дипломы, грамоты и благодарности. Но суть в том, что то же самое было же. То есть я пришел, мне такой, у меня уже 30, там, да, за 30, и я такой, И в целом столкнулся с тем, что немножко сложнее войти в колею обычной жизни. И тут нет совета, то есть ты делаешь этот выбор, когда еще только становишься специальным дотером. Твоя задача – залутать, наверное, как можно больше профитов. Именно для того, чтобы, когда это все закончится... Ну, во-первых, кстати, киберспорт, если ради, сейчас позволяет работать еще и после окончания карьеры, да? То есть, по факту, ты, как сказал, можешь брать интервью, а можешь работать в аналитике, а можешь быть комментатором. Вот. И если ты какой-то там супермедийный, можешь просто быть комментатором, комьюнити-кастером, как, например, НС тот же, да? Вот. Поэтому ты должен сразу заранее понимать, что если ты ничего не умеешь, то есть вот, я же знаю, ну, как бы, вот Зай, например, он пошел в университет, закончил, да, поиграл в доту, ушел с доты, там, школу, по-моему, закончил, или университет, я уже не помню. Он уходил на учебу тогда. Вот. Ты должен об этом думать, когда ты играешь, да, безусловно. И даже те, кто сейчас работают тренерами, аналитиками и прочим, дота может рано или поздно закончиться, и что-нибудь делать дальше. Те, кто заработал денег, понятно? У них все будет в порядке, а те, кто не заработал, задутся этим вопросом. Даже я тебе так скажу, что я думал о том, что вот закончится, когда моя карьера, я 100% пойду получать какой-то прикладной навык. Ну, например, получу там международный диплом сварщика. Uh-huh. Или там какой-нибудь, пойду на автомеханика поучусь. Или получу права всех категорий, типа D, E, там, это все. Ну, то есть, какие-то базовые... Возможно, просто пойду учиться. Вот просто по кайфу будет, пойду учиться еще раз. Но в целом... Ну, это вопрос, ну, к сожалению, делать нечего. То есть ты должен продолжать работать, если тебе нравится дота, продолжать работать в доте до тех пор, пока... Ну, возможно, в другой дисциплине, кстати. Справедливости ради,
На примере того же, да, Алсиора, пришел человек из Лола, да, это моба игры и так далее, но он довольно быстро здесь освоился и так далее. Ты можешь пойти в другую. То есть пока Gamespot жив, по идее, ты можешь найти себе работу, безусловно. Может, стать SEO какой-нибудь организации и так далее. Но если вот вдруг ты проснешься, ты такой, я не хочу больше ничего общего иметь с киберспортом никогда, вот, то, конечно, тебе будет тяжело, да, потому что... Почему? Меня часто пишут, там, как попасть в киберспорт, как стать киберспортсменом. Я всегда привожу мой математический банальный пример, что у тебя, по сути, там играют миллионы в доту, а люди, которые зарабатывают на доте, ну, там их, ну, человек 200, может. Это про игроки, там менеджмент какой-то, там практически все организации убыточны. То есть я искренне не понимаю, зачем люди занимаются благотворительностью. И каждый раз, когда мне говорят, типа, хочу стать киберспортсменом, я говорю, а, ну, я не советую. Типа, займись чем-то приближенным к жизни, на то получить это знание и навыки, которые тебе помогут в любой ситуации в жизни заработать на хлеб. Вот, ну, это мой совет. Поэтому я не советую киберспортсменам становиться, даже думать в этом направлении. Ты... Это называется не благотворительность, а венчурные инвестиции. Ага. Не, ну, справедливости ради, кстати, команды, которые побеждают, зарабатывают на это. Вот. Потому что я не думаю, что... Хотя надо смотреть, может, убыточные все равно. Но если представить в вакууме какую-то одну игру и одну команду, которая побеждает, ну, например, Liquid, да, топ-2 весь сезон, но все равно я думаю, что на этом зарабатывают. Ну, ты про оргу. Вот. Да, про организацию, естественно. Ну, с точки зрения... Я думаю, что, блин, ну, если это так мечта... Так выбор каждого, на самом деле, это здесь. Вот... Я отчасти с тобой согласен, но это очень прагматичный подход. А с другой стороны, не согласен, потому что, ну, это же мечта. Вот я же тоже мог как бы не пойти. Я, по факту, в первый год, когда работал в киберспорте, вот я ел в субмарине, я фактически у мамы на шее сидел, потому что я там 10 тысяч рублей в месяц получал, и на этом все закончилось. Я сразу сказал, что, ну, я вот до себя даже поставил. Год посижу, а дальше посмотрим. Типа, в том плане, что, ну, закончу. Если ничего не получится, не выйдет. Да, пригласили в Империю, вышли. Ну, и в Империи-то я тоже там на двух работах первое время работал. Поэтому, блин, это же мечта. То есть, понятно, что повезет не каждому, но... Наверное... Отказываться, потому что это математически непрофитно, наверное. Типа, глупо. Да, они должны быть. Главное просто иметь какой-то, наверное, план. Бэкап. Бэкап, ты правильно сказал. То есть, если бы, на самом деле, через год у меня все закончилось, да, я бы спокойно бэкапился на свои продажи, у меня нормальная работа была, нормальная зарплата. Я в 2011 году получал... В 2011, да, это было на Балтике я был, я получал по тогдашнему курсу $1800. То есть, это прям нормальные деньги были. Вот. И в целом, да, должен быть бэкап. А если ты уже слишком долго в этом, значит, ты уже получаешь какие-то деньги, значит, тебя все устраивает. А вот, так что как-то так. Хотел бы немного поговорить с тобой о Team Spirit. 10-й инт, квалы. Вы играете квалы, попадаете в Венерах против команды HellRaisers. Легендарная игра. Я помню, я там был, присутствовал. Я приходил, я не помню, во столько прям злости и ненависти. Я брал самого, ну, героев, которые конченые, и просто бежал, бил. Я помню, там Мира на Патне, что-то я на Титане, пошел, ему лицо разбил, потом маги разбил, они уже, не знают, потерялись, ну, короче, не суть. И я помню, ну, я играл на пятерке в том составе, я понимал, что моя команда не выглядит так, как что она может выиграть, поэтому я покупал Аганим на Титане, хотя мог купить Солар своему, Керри, ну, не суть. Мы проиграли вам, вы падаете, ну, вы проходите дальше и ждете победителя. Приходит Империя. Первая карта проиграли, вторая карта проиграли, да? Угу. 0-2. И потом вы начинаете... По-моему, так было. По-моему, первую выиграли, а две потом проиграли. Да. Ну, короче, суть в том, что вы были в шаге от того, чтобы не поехать на инт. Помню, пятая карта, вы там проигрывали 1010, но камбэкнули. Угу. Едете на инт, выигрываете его. Как ты думаешь, что было бы с командой, если бы вы не выиграли Вавы? Слушай, тяжело сказать. Вообще, я думаю, что ничего на самом деле не было. Мы были слишком молоды. И мы посчитали бы это просто за статистическую погрешность. Ты знаешь, что я скажу? У меня был такой случай в Империи в 2016 году. Мы, по идее, должны были выходить на ИН в 2016 году. Но допустил менеджмент ошибку. Я в том числе... У нас не стакнулся, мы тогда позвали Егора на тренера и позвали его буквально, ну тогда что, 16-й год, я в менеджменте работал тогда, получается, я пришел в сентябре 15-го, 1 сентября, а это был жюри, ну то есть, грубо говоря, целиковый состав сам я собрал, когда у меня появилось что-то неводоносническое, да, когда я не воду носил, это был март, потому что был дотопит, и мы после дотопита дизбанули состав, то есть за 3 месяца я еще толком прелести менеджмента не познал, а до этого у нас еще на Хроникс там работал, то есть мы вместе как-то, он меня там, грубо говоря, обучал. И в целом, да, мы позвали Егора. Егор так-то хороший на тот момент был специалист. Просто проблема в том, что они с Васей не стакнулись вообще. А мы его позвали там фактически за неделю на квал, или за 5 дней. И они даже не успели понять, что они не стакнулись. Мы первый день проиграли все, 1-4, по-моему, у нас была стата, или 1-5. А второй день все выиграли. Но в последнем матче
Нам нужно было выиграть последний матч, и мы 100% выходили в плей-офф, а там уже Бутри. И я думаю, в Бутри тоже было бы все окей у нас. И суть в том, что после первого дня мы, как бы Егор сказал, сорян, Егор, у нас не получается работать вместе, да, пусть потом сам Вася разбирается с этим, вот, с драфтами и так далее. Вот, потому что, ну, у них типа как биф был просто, что разные взгляды на доту, разные идеи. И с учетом, вот первый день мы проиграли, второй день приехал только Вася, мы все выиграли, и у нас последняя встреча была Secret, который на тот момент был топ-1 группы, им нужна была эта игра, чтобы напрямую сразу на Инс группу уехать. Вот, ну, мы проиграли, эта игра была 90 минут или 80 минут, там был Шторм от Вихи, по-моему, Вих тогда там играл. И, нет, там Артизи еще был. Вот. Ну, короче, Артизи на Сларке был, а Рамзес был на ТБ. Мы снесли им стороны, все было замечательно, но в итоге проиграли и, соответственно, в плей-офф не вышли. А вот, но по факту мы должны были выиграть. Ну, на тот момент также в команде не планировалось дисбандов, но, к сожалению, Virtus.pro написали Рамзесу и сказали, тебе много денег, приходи к нам, и все, на этом все закончилось. И здесь, я думаю, то же самое. Даже если мы проиграли, это восприняли как статистическую оплошность, потому что там были очевидные причины в виде, да, того, что мы очень поздно открывали оффлейнеры, и нам просто их не оставалось, потому что они банили все, что можно. Они себе брали рано оффлейн, а потом всех оффлейнеров были в бан. И нам просто не оставалось героев. И мы только после того, как проиграли вторую карту, поняли такие, а чем мы? И мы начали сами брать оффлейнера, а в последнем мы еще и сами взяли оффлейнера рано, а всех стрик забанили. Я играл на кунке, и все. И на этой кунке все приехали. То есть, в целом, да. Кто-то в интервью говорил, что эти квалы были тяжелее, чем... Выиграть квалы было намного тяжелее, чем выиграть сам Интернешнл. Слушай, сколько людей, столько и мнений. Я помню, знаешь, просто к чему? Я просто помню, я зашел в практис, в игровую. После того, как мы 2-2 сравняли мы счет, 2-2 было, я такой зашел, такой, пацаны, там, типа, красава, вот правильно, оффлейнеров там надо банить, потому что мы тоже обсуждали драфты. И такой, типа, блядь, что-то там только не очкуйте, короче, все херня, кроме пчел. Они говорят, а они вообще абсолютно, знаешь, такие, жизнь-бетон, да, блядь, мы сейчас, типа, развалим без каких-либо проблем, расслабься, типа, иди на крыльцо, покури, дружище. Я такой, что себе, а я не верил тогда, что такое возможно, ну, типа, так что кто-то, я думаю, переживал, а кто-то вот реально был супер прям уверен. А ты когда собирал состав этот, что ты развидел в этих игроках, ну, в ребятах, и как они раскрылись в течение времени? Ну, в Ярика я всегда верил. А в целом, на самом деле, на практисах просто пошло как-то очень жестко. Мы играли практисы, и вот скримы играли, короче, и очень жестко пошло на скримах. Прям очень жестко. И в целом, Илюха, из Илюха я давно смотрел. Я еще в 8 его там советовал до этого всего. То есть Илья просто был хорошим керри с героями, которые требуют навыков, да, например, тот же Морф. То есть, ну, Морф, особенно старый Морф, это герой, который требует навыков. Ну, со временем же он сильно поменялся, Илья, сам по себе. Да, безусловно. Да, безусловно. Они все меняются. Но ты на это и рассчитываешь. То есть, возможно, было бы так, что кто-то из них бы не поменялся. И то, о чем мы говорили, о развитии вот этих игроков. То есть, если игрок не идет, не растет, не развивается, да, он остается... Ну, можем вкратце там покажем игроку мира, каким он был и каким он стал. Вот как раз мир, наверное, стал более уверенным. Он поверил в то, что он умеет играть в доту. А изначально этого не было? Изначально, как только он пришел в состав, нет. Он больше учился, он даже в интервью говорил о том, что спасибо парням, что они терпели меня, типа, когда я был, ну, грубо говоря, лоу-скиллом, типа, да, нубиком был, вот, и учили меня играть в доту. То есть, да, и он раскрылся такой, знаешь, как человек, который может удивлять. Вот так, человек, который может удивить. Коллапс? Коллапс – робот. Ну, типа, ну, он реально робот, типа. Если он был роботом и стал роботом, если, ну, типа, вот он не изменился. У него были там какие-то эмоциональные переживания по ходу карьеры. Не буду себя, а вообще в целом. Ну, в общем, в целом он не изменился. Это тот же самый человек, который может тебе выиграть в соло любую игру. Сейчас, наверное, дот стал более командой, поэтому вот эти вот соло выиграть любые, или героев таких просто нет. А вот в соло выиграть любую игру может чуть-чуть отошел на второй план, но там какой-то невероятный импакт внести к победе. Вот. Торонто? Каким он был и каким он был, когда вы его убирали? Сейчас. Саня, он был тяжел. А когда... Тяжелый командный пазл. Ну, да. А вот когда мы расходились, он уже был такой. Такой, легковес. Вот, в легкую весовую категорию перешел. Не, ну, небольшая подводка. Мы когда играли в ВП, у нас было, в принципе, все неплохо в какой-то момент. И мы решили взять тренера. Мы позвали Отстава, он приехал на буткемп, сидит с нами и говорит, ребята, я вас не могу научить ничего касаемо игры, потому что вы сильно лучше, каждый из вас сильно лучше, больше знает, чем я, но я могу научить вас отдыхать. И в тот момент началась та самая эра. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, я не буду это озвучивать на камеру. И это работало, причем довольно долго. Это работало в составе со мной какое-то время,
когда я вот то, что ты меня было занято, что ты вот в интервью озвучил, что нужно ходить с командой, потому что это больше не о действиях, которые делаешь, а то, что ты время уделяешь команде. Я этого не понимал. Отчасти из-за этого меня в какой-то момент не стало в команде. Пришел Роджер. Это продолжался у нас. Ну, у команды ВП такое чисто... Могли люди совмещать отдых и работу. И это потом работало еще после там какое-то время. А потом это перестало работать в принципе. То есть сейчас в какой-то момент все стало более профессионально, более похоже на спорт, как люди готовятся, ну, то есть дисциплина четкая, то есть там не будет такого, что кто-то за день до турнирной игры будет там отдыхать. Так вот, Team Spirit. Мне интересно, феномен Team Spirit, за счет чего, как, по твоему мнению, ну, просто мне кажется, эти вещи они немного взаимосвязаны с тем, что я озвучил, получается создавать вот эту магию каждый раз, когда вот ребята в нужный момент приходят и показывают игру, которая... Ну, сильно лучше команды, которая идет после нее, если ну, сравнивать все команды в принципе. То есть такой уровень игры я не видел никогда, ни в одной команде. Никогда такого не было, где люди настолько хорошо играли, там, индивидуальные, как команды. За счет чего? Слушай, наверное, этот вопрос нужно задавать Айрату, потому что мне сложнее ответить на такие вопросы в силу скудности, да, моих фундаментальных игровых знаний. То есть, как бы я там что ни говорил, ни хорохорился, по сути, вот именно на такие глубинные вопросы, да, у меня есть, конечно, бесспорная точка зрения, я ее озвучу, вот, но более правильно задавать такие вопросы коучу. Если говорить с точки зрения менеджмента, ну, во-первых, у нас все умеют играть в доту, то есть нам действительно где-то там удача, да, повезло, что вот коллапс, который должен был пойти становиться, учиться медицинский, он там в последний момент отказался, потому что, ну, у нас реально же все игроки по факту невероятны. То есть, да, у них всех бывает спад и так далее, но вот именно как команда, я не знаю, кстати, как интересно, я не знаю, как они играли бы вне, да, то есть по отдельности в каких-то других командах, вот. Просто сложился пазл в том плане, что у нас идеально подходят какие-то вещи. У нас, вот, например, Илюхи, его просто выбивает из колеи, раздражает там вот это. Но у нас этого нет в команде. В том числе, я имею в виду, что-то в какие-то качества в других людях. Да? У нас ни у кого нет качества, которое раздражает. Потом там коллапсу вот важно, чтобы было вот кто-то был у него вот прям пирожочек-дружочек. У него вот был Саня, да, пришел Дэн, непонятно было как. Бац, Дэн тоже пирожочек-дружочек. То есть Ярику нужно, чтобы его слушали и уважали. Все слушают, уважают Ярика. Все. Никто никогда... Все считают его гением игры. То есть изначально еще, когда он тестился, все сказали, бля, с этим чуваком мы очень хотим играть. Это гений. Вот. И так далее. То есть вот как-то так... Нет ни у кого, знаешь, чтобы сказал там... Чтобы начал, например, спорить нереально там с Мипошкой. Именно не просто как нормальный спор игровой, а кто просто сказал бы, там, ты херню несешь. Или просто не слушал бы его, например, в игре. Или еще что-то. Такого просто нет. И вот... это вот купим, повезло, так сложилось, что все прям, да, химия прям такая, что при этом не сказать, что мы десна лобызаемся друг с другом, мы реально, то есть мы вот отпуск, один день где-нибудь вместе встретимся, до свидания, ребята, я вас еще два месяца видеть не буду, то есть, ну, не сказать, что, знаешь, мы вот прям невероятные кореша, но при этом вот с точки зрения игры они все настолько понимают, где их место, то есть в хорошем смысле, где их зона ответственности, где их зона, где их площадка, что их пути не пересекаются, поэтому, думаю, да. Вот с этой точки зрения, да. Ну и опять же, огромная работа тренерского штаба. Ну, типа, и вера, потому что, ну, вот, ну, сколько, мы полгода плохо играли. На нас столько, извините, вот этих каловых масс слилось везде. Везде. Там дошло уже до того, что все, пора менеджмент увольнять, все увольнять. Вот, но... Да, по-любому чувствовал поддержку, потому что мы это обсуждали все в команде, раз что вообще не парься, играй спокойно. Вот. По итогу, не знаю, как Интер закончится, безусловно, но в целом весь конец сезона полностью отыграл то, что было в начале. Да? Поэтому спокойствие еще, наверное. Вот это помогает. У нас в команде очень спокойно. То есть ты понимаешь, что даже если ты будешь там, сейчас что-то произойдет в жизни, да, и ты будешь играть ужасно, и ты вообще там это, никто тебя там не уберет, тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться. Тебе, наоборот, будет максимально все помогать. Никто не скажет, нам иди разбираться с проблемами сам, пока поиграем вот с этим, ты пока посиди на банке. То есть, во-первых, с твоими проблемами будут разбираться, во-вторых, твоими проблемами будут заниматься, ну и в-третьих, теперь, наверное, слова еще имеют вес. То есть, если что-то сказали, значит, так и будет. Тебе не скажут, что чувак, ну, короче, все нормально, это не парься, не волнуйся, а через два месяца такие, ну, извини, у нас вот тут новый ДПК появился, давай пока. Такого-то здесь тоже нет, то есть
Это то, что ты говоришь, что на поясе не круто, я чувствую этот вайб, когда общаюсь с тобой, с ребятами, потому что, допустим, мне очень часто приходилось в своей карьере играть под давлением, и обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Да, я понимаю. Опять же, мне тоже, поверь, приходилось работать под давлением в той же империи. Поверь, приходилось, потому что спрос за результат был связан. Здесь тоже спрос за результат с меня, но в целом здесь это по-другому немножко. То есть здесь никто не мыслит категориями одного турнира или одного месяца. Здесь люди мыслят категориями, ну, на данный момент года, да. Если говорить про какие-то что-то очень плохое, это будет 2 года, так я подозреваю. Mm-hmm. Вот. Но я понимаю, о чем-то, да. И здесь вот этого пресловутого давления нет. Mm-hmm. Ни на кого. Здоровая атмосфера команды. Единственная обратная сторона медали этого, то, что здесь также вот, то, что слова, да, скрепляются с делом, соответственно, имеют вес. Здесь также это работает в обратную сторону, потому что, ну, иногда ты говоришь человеку так же прямо. У нас так принято, что, друг, ты там плохо играешь сейчас, ты действительно играешь очень плохо. Давай подумаем, что можно сделать так, чтобы ты играл лучше. И, ну, там, какие-то герои, да, там, количество пабликов, как-то еще отдельно репки смотрим, можно это поиграть, да, и так далее. Это куда лучше, чем люди тебя это... в какой-то момент просто, ну, да, вываливают, да, внезапно. Ну, возможно, знаете, да? Но это иногда обидно. Просто я вижу по игрокам, что когда ты говоришь, чувак, ты вообще берега попутал, ты... Где дисциплина и почему ты играешь там... Сколько было пабликов? 8? 8. А ты сколько сыграл? 5? 5. В прошлый раз почему ты сыграл тоже 6 или там 5, а не 8? Говорю, не дело. Не хочешь играть в этой команде, до свидания. Это, типа, я думаю, действительно обидно слушать. Но я думаю, все при этом понимают, что это, в общем-то, на благо. Буквально несколько вопросов, я тебя отпущу. Насколько, как ты думаешь, насколько важен имидж команды? Просто, допустим, сравнить раньше, были там, условно, те же ВП, в которых я играл, у нас был имидж, ну, ты сам знаешь, какой, такие чисто, ну, рок-н-ролл, там, кого-то пооскорблять в Твиттере, кого-то заговнить, что-то там где-то потоксичить, сказать, кто-то нуб. Но сейчас, допустим, в последнее время я не вижу вот ни одной команды, которая хотя бы близко похожа. Все такие friendly guy, все такие прям иногда тошно от этого всего. Кто-то это искренне, допустим, Team Spirit, ну, типа, это искренне. Мы ни с кем не friendly. Не, просто, допустим, те же гладиаторы, там, Квин, да, все знают, как он ведет себя в паблике. Но команда, мы прям лапочки, одуванчики. Как ты думаешь, насколько важен имидж команды сейчас, вот, допустим, в целом, там, для спонсоров или, ну, вообще? А вот в этом еще фишка, понимаешь, в наше время, про которое ты говоришь, тогда была еще битва за спонсоров, то есть даже натурально приходило, условный спонсор приходил там, не знаю, к условной Веге, и Вега говорила, дайте империи, там, не выиграет вообще ничего, они сейчас там ливнут и так далее, там, вылетят и так далее и тому подобное, потому что спонсор был там 1-2, да, команд было больше, и без спонсора команды не живут. Сейчас с этим попроще, потому что, видимо, окончательно, да, букмекеры пришли. И, ну, видно, что один и тот же букмекер может держать там 2-3 топовые команды европейские без каких-либо проблем. Поэтому имидж, да я не знаю, мне сложно сказать, потому что я об этом, наверное, никогда не заботился. Я всегда говорил то, что я иногда перечитываю какие-то свои посты, там, дальше. Ты никогда 2000... не пытался казаться лучше, чем ты есть. Ну, ты просто, да, был собой, и все это, да, кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому мне сложно, потому что я иногда перечитываю свои посты, там, на какого-нибудь года, и такой считаю. Боже мой. То есть поэтому, мне сколько, для организации имидж, наверное, важно, но имидж важно, я думаю, поддерживать. Блин, вообще сложный вопрос, не знаю. Вот ты сказал еще, это не совсем имидж, понимаешь? Быть френдли — это все-таки более команда, там, френдли или не френдли. Сейчас еще френдли все, потому что не делят спонсоров, опять же, и, по сути, мы не играем. Мы играем друг с другом на лиге, которая, ну, ранее у нас давала очки, сейчас непонятно. А на турнире, ну, типа, что, всем по кайфу. И еще вот это поколение игроков сейчас почти все как-то оказалось в топе, которое до этого еще вайбилось друг с другом. Поэтому, наверное, еще и спирит немножко отстранены, потому что, ну, мы там кого-то знаем, понятно, но мы в этом не варимся. А еще, опять же, все живут сейчас по разным сетям, кстати, в одном, по сути, городе, да, и когда ты живешь в одном городе, ну, что-то, даже если ты с ним раньше не общался, ты там напишешь, потом в баскетбол, потом, не знаю, в ресторане посидим, а потом еще что-то сделал. Это тоже крепляет узы. Вот. В целом, имидж для организации, я думаю, важен. Потому что, вот именно если говорить про организацию, не про команды, потому что, знаете, вот и лучше быть friendly guy, чем каким-то токсиком. Это не факт. Не факт. Ну, вот да? Что, как-то, я думаю, когда думаешь, Квин как-то мешает вот эту токсичность Квина гладиаторам, я думаю, нет. Я думаю, вот именно гладиаторам она совсем не мешает. Ну, типа, все там что-то рофлят, пишут, безусловно, но в целом, всем пофигу. Хорошо. Репутация. Насколько важна репутация игрока конкретного в его карьере? Слушай, вот сейчас это важная штука. Для меня это было всегда важно. Но опять же, что есть репутация? Вот если я знаю точно, что человек, например, ну, тебе говорят откровенно, что человек просто забивает болт на все, на дисциплину, там, он не просыпается, или он не засыпает, или он еще что-то просто забивает. Это он там не может не сделать. Ну, это же репутация. Да, но иногда она работает так, что иногда тебя просто
клевета на тебя идет, и все, потому что да, такое бывает, 100%. У меня просто есть живой пример, я не знаю, человек когда посмотрит это интервью, где я ушел, ну, в общем, в команде я был, перестал быть в команде, и потом один из главных менеджеров в этой команде ходил и говорит, не берите этого еблана в команду. Не, ну, да не знаю, это же странно. Ну, что значит, блин, ну, если мне так чел написал бы, я подумал бы, ну, ты нормальный человек. Потому что, ну, это же вообще не аргументировано. Он что-то аргументировал при этом? Я не знаю. Ну, просто есть такие слухи. Может, это неправда. Слушай, ну, слухов много. Ты знаешь, я когда пришел в Spirit... Вот, то... кстати, да, слухи. Слухи же тоже формируют репутацию в какой-то степени. Ну, это надо быть глупым, наверное, чтобы формироваться. А что, у нас много умных? Ну, вот... Вот тут ты же знаешь, как... Вот тут ты прав. Умных действительно не скажу, что много. Но в целом... Ну, авторитетные. Вот, допустим... Слухи — фигня. Ну, банальный пример. Ну, я почему-то так часто к этому возвращаюсь, хотя уже не испытываю давно ничего на этот счет. Когда, вот, допустим, в ВП ситуация со мной, да, там было недопонимание у нас, типа, я плохо себя повел, там, ребята, и как это было, ну, с моей перспективы. Я поступил не очень хорошо, я вывел, как, ну, вынес какие-то ссоры из СБ. И это... сделала минус репутации организации. И в какой-то момент ребята там, или арга, спасыл арги, надо восстанавливать репутацию. Что мы сделаем? Мы его будем говнить. И все. Они как бы осветлили свою репутацию тем, что заговнили меня. Я до сих пор отдуваюсь. Ну, тут еще есть такое дело, я просто не знаю, как у вас было там Витус-про. Представь, если ты был бы френдли челом в Твиттере на тот момент. Ну, вот просто был бы таким френдли. И вот это вот как бы они тебя говнили, это бы не сработало. Да, там поэтому... просто еще это все очень замычилось твоим образом, поэтому да, это... Вот. Поэтому репутация была проблема. Очень важна. И лучше быть позитивным, чем негативным персонажем. Да, черт его знает. С одной стороны, ну, просто я могу сказать, что ты прав, потому что есть конкретный пример, да, который действительно показывает, что это так и есть, это работает. Но вот современным, вот прямо сейчас, мне кажется, это не работает. Мне кажется, прямо сейчас, грубо говоря, твои проблемы, они исходят уже совершенно не из репутации. Вот. Вот как раз ты пришли мы к финальному вопросу. Подожди, я пытаюсь, извини, перебить, я просто пытаюсь понять, вот, например, ну, опять же, по репутации тебе могу так сказать. Я же год-то работал, меня же вообще никто не позвал. Я тогда еще сидел, думаю, а что меня никто не зовет? Я же результаты приношу вроде из ничего, типа, ну, за бесплатно, за ноль денег. Типа, в той же империи там, да. Типа, а что меня никто не зовет? И натурально, то есть, чел из-за того, что я там что-то писал в паблике, то есть, я когда потом спрашивал, он говорит, ну, там в паблике написал, а еще ты там как-то сказал, что у нас плохой состав. И я такой думал, вы серьезно? Боже мой, я думал всю жизнь, знаешь, что это работает, что если ты делаешь свою работу хорошо, ты можешь хоть голову потрясать, получить, условно, бегать, всем все равно, потому что ты делаешь хорошо свою работу. Но нет, то есть, реально, там из-за того, что я писал в паблике, это все, типа, я думаю, ну... Ну, вот так обидчивые, ранимые. Вот так вот, вот, но это ненормально. Так что, короче, согласен, но этот институт репутации, он извращенный какой-то. Потому что, ну, я вот даже в своем примере, я вообще не понимаю, что там, какая там репутация. Я ничего ни у кого никогда не воровал, ничего не делал. Потому что я писал в паблике, ну, серьезно, это институт репутации, это абсурд. Поэтому, короче, да, я с тобой соглашусь, но это какой-то извращенный. Может, сейчас что-то поменять. Да, у меня такая же история с Твиттером. Даже самый недавний пример. Мы играли паблик с Квином. Там игра была тяжелая. В какой-то момент он начал флеймить всех. Ну, это до его как бы поста в Твиттере. Он начал всех флеймить и решил на меня сагриться. И говорит, все, что ты умеешь делать, писать в Твиттере. Ты не умеешь играть в Доту, ты умеешь только писать в Твиттере. А в Твиттере не веду уже года 4. И я такой, ну, окей. Или там раньше было, заходишь в любой форум, там, комменты. О, опять этот в Твиттере, что ты там в Твиттере написал? Да я не веду Твиттер. Вот, и последний вопрос, завершающий про меня. Ты знаешь мою историю. В принципе, мы когда-то с тобой не очень хорошо ладили винт в Твиттере. Вот, хотя, ну, у нас лично никаких терок не было, я очень хорошо к тебе отношусь сейчас. Да, так я тоже. Могу ли я камбэкнуть Доту на тир 1? И что мне для этого нужно сделать? Ты точно хочешь услышать ответ? Конечно. Ну смотри, все, кстати, хотят услышать этот ответ. Я думаю, почему еще тебе говорят про Твиттер, потому что после вот этого ничего не было. Хорошо, то есть ты не мог, то есть, ну, нет, если перекрыть, бы, помню, если плохое. Бы, да, ну не то, что только плохое. Если бы, например, после этого был бы в какой-то крутой команде, который бы, например, съездил на ничего, добил, еще что-то, вряд ли бы это вспоминали. Но так последние все воспоминания остались, по сути, даже у меня спустя время. Ну, как бы ты меня не ассоциируешься с Твиттером, но... По факту, вот так вот первое, что приходит на ум, это все равно как бы вот, Твиттер, срач какой-то, еще что-то. Вот, потому что, опять же, вот почему я сказал, что лучше бы не было двух месяцев в Ашер? Потому что это такое, знаешь, пятно. Ну, типа,
Я пришел, мне не получилось сработаться, мне там не понравилось, да, я ушел, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И у тебя то же самое было, например, с командой Odium, которую ты собирал. Это, по сути, тоже, на самом деле, пятно. Возможно, для кого-то это там не пятно, но для людей, например, которые мыслят стратегически, да, и что-то там делают, это пятно, потому что, ну, вызывает вопросы, почему, зачем, как, где и так далее. Вот. Тебе сложно сказать, если говорить честно, на четверке сейчас нереальное количество игроков. Очень много. Вот серьезно, очень много. Вот. Поэтому даже Роджер выкупил фишку и пошел на пятерку. Интересных, да, молодых, потенциальных. Значит, четверки больше всего сейчас, вот так скажу тебе. Это первое. То есть возможно, стоит действительно пойти на пятерку. Вот. А в целом, что нужно? Нужно залететь в какую-то перспективную команду. Это первое. Перспективная не в плане, что она уже готовая, а вот просто перспективная. Ну, которая, знаешь, очевидно, будет где-то как-то что-то. Да, вот. И будет развиваться, короче, перспектива. Это у тебя свои критерии перспективности. Тоже там игроки какие-то. Вот будет там два игрока перспективного, да, и уже можно было. Потому что я вспоминаю, опять же, Yellow Submarine, я вторая фаза, такой, с кем там играть, с этими? Нет, что, рофли, что ли? Извини, тут, наверное, даже перспективность не в той. Даже не то, что ты можешь как команда добиться, а ты можешь хорошо показать себя для какого-то конкретного человека, который в какой-то момент может стать тир-1. Ну, или там попасть реально хорошую команду, да, и первый раз, ну, и когда будет, допустим, будет собираться состав, да, новый, он подумает, о, я знаю, я играю с этим челом. Но в целом и для побед тоже, потому что победа — это важно. И команды можно собрать, что она будет выигрывать. То есть достаточно что сейчас? Найти хорошего драфтера, нормального тренера и двух из трех коров, чтобы они были такие, ну, и вы будете выигрывать. Это 100%. И будете, ну, типа, сильнее там половины команд в СНГ. Вот. Ну, опять же, возрастной вопрос, как бы, кто не говорил, даже на пятерке, вот мы смотрим, 33 года, и как-то люди все играют хуже, хуже, статистически хуже. Вот. Что дальше будет, не знаю. Так что нужно поторопиться. Но в целом, на самом деле, у тебя, вот какой у тебя есть хардскилл сейчас для Dota необходимо, вот который прям вот, вот это то, что ты, который прям в команду ты привносишь. Хардскиллс? Да. Блин, я больше у меня софтскиллс. Команду. Какой софт? Софт? Пусть задавать правильные вопросы. Я могу направлять команду. То есть это, мне кажется, очень не хватает иногда задавать правильные вопросы. Ты просто, ну, это насколько понял, глубоко понял, может быть, ты, оно в моменте может казаться довольно поверхностным, но мне кажется, это важно. Когда есть, допустим, коллектив, который идет по какому-то течению, и не хватает правильного вопроса, чтобы все могли задуматься в моменте, а правильно мы ли делаем, правильно у нас подход к тренировкам, правильно ли мы играем, обсуждаем какие-то моменты и тому подобное. Для этого есть тренер. Что? Для этого есть тренер. Да, но... Может, на тренера? Может быть, на тренера. Просто суть в чем? Я тебя просто почему я спрашиваю? Вот, если скажешь потом какой-нибудь хард, это тоже для чего. Но вот вообще для этого есть тренер. То есть хорошо, хардскиллы, именно что я в игре могу делать. Один, да. Вот один какой-то центровой прям, вот один. Который вот просто... Вот почему я должен взять... Я пришел такой, думаю, блин, вот у меня особая система, говорю, вот так. Почему я должен взять эту команду? Хорошо, я могу выстроить early game. Могу попикать, могу... Вот. Много чего могу. Вот, вот. Ну, много чего могу обычно заканчивается плачевно всегда, сколько я слышал. Но в целом, да, то есть все, что тебе нужно... Какая-то фишка. Да, тебе научиться драфтить. Стань просто гением драфта. Поверьте, я возьму, блин, ну, извините за мат. Вот, тебя возьмут 100%. Ну, не знаю, сейчас сложно говорить, да, но в любую там плотную такую тир-2 команду тебя 100% возьмут, потому что, ну, драфтерами сложно. А вот то, что ты говоришь, тоже хорошо, но об этом можно делать тренер. То, что, например, ты можешь полностью быть ведущим в игре. Имеется в виду ведущим, это не который там что такое. Понятно, сейчас все это все смешалось, да, к эти... Нет капитанов номинальных. Коры да. Коля, да, от слотов, там, мидер Коля, это печенье, бла-бла, от героев, какую роль выполняет плеймейкер, бла-бла-бла, но... Чаще всего бывает обычно один-два человека, которые, например, имеют возможность антиколя, которых слушают, когда они, например, что-то антиколят, например. И это супер важная штука, потому что иногда получается полный бананас. Не все в игре понимают, что когда нужно драться, а когда не нужно, тот человек, который скажет «нет, нет, нет», это тоже довольно важно. Ну а так в целом что можно? Ты можешь быть каким-то гением в разборе реплеев, например. Ты можешь быть, у тебя просто может быть педагогический талант сильно раз, ты можешь развивать молодых игроков. Это тоже вот по сути, как сказать, то есть, если есть педагогический талант, welcome. Это мне очень выгодно взять тебя от молодежи, например. Потому что ты умеешь обучать. Вот. Не просто там запустить реплей, мы 3 часа вот такие, и ты говоришь, да, ну вот это здесь. Это часть софт-скилл, который тоже. Это софт-скилл, который и тренер может выполнять эти функции, по сути. В целом, да, но тренер не может выполнять все.
мы выиграли. А еще тренеров не бывает. Чаще всего тренеры позиция очень дефицитная. То есть тренеров, которые прям тренера, еще и с огромным экспириенсом нет. Но, честно говоря, я не доверю тренеру. Топ 800 или топ 1000, там, условно говоря, какому-то, mm-hmm. который играл в про-серии Старладера за свою жизнь, ну, условно. Да, или там Протокап выиграл, обучать сейчас команду, которая там претендует на какой-то тир-1 уровень. Или даже на плотный тир-2 уровень. Потому что это... У него есть какой-то предел, он чему-то может учить, но совсем юнцов. А дальше это будет... Знаешь, вот, эти вот, вот это будет постоянное... Играем в зеркалку. И все. А как играть, никто не научит. То есть, поэтому тут тоже такой план. То есть, по сути, ты просто имеешь, да, какие-то... Ладно, тогда я на тренера, я понял. Вот, не, ну на пятерочке может тебя подарить. Почему нет? Почему нет? Еще можно быть просто нереально хорошим игроком при этом, обязательно. Хорошим. Ну, как бы хотя бы добротным. И просто быть нереально вайбовым. Но это сложнее. Это реально правда. Это должно идти от души. Это тяжело научиться. Да, даже если не тебе души, это очень тяжело поддерживать. Поэтому, да. В целом, кто-то хорошо играет. Вот даже у нас играть в команде, да, вот если просто любую команду даже взять. Ну, вот я просто сажу, пример наш, который я знаю. Вот у нас есть человек, который драфтит. И который говорит нет. Или да. Ну, в основном нет. Вот. У нас есть тренер, который выполняет все свои тренерские аспекты, обязанности, фул погружен. У нас есть супер-френдли чел, который там играет на этом, и он везде, знаешь, такой бем-бем-бем. У нас есть один робот, но которому нужен кто-то близкий пирожочек. У него есть близкий пирожочек у этого робота, ему тоже все супер хорошо. У нас есть чел, который просто солдат, ему вообще ничего не волнует, он просто играет. Вот, гнет свою линию. И у нас есть чел, который, как тебе это сказать, ну вот он такой, типа, может все. Вот на всех, вот и колить может, если надо, и драфтить, не обязательно хорошо, но просто и колить, и драфтить, и при этом тоже такой, типа, эмоциональный, такой, давай, никогда не сдается. Никогда, вот его тоже, очень рассказал, никогда не сдается. Никогда. Даже когда трон почти упал, 100 хп, никогда не сдается. И это на самом деле, вот знаешь, что такое никогда не сдаваться? Можно никогда не сдаваться, я никогда не сдаюсь, и просто играешь до тех пор, пока трон не придет. А он никогда не сдается не в плане того, что пока трон не придет, он никогда не сдается еще для своих тиммейтов. То есть он натурально убеждает людей, что каждую игру можно выиграть, что эту игру тоже можно выиграть. Он сам принимает на себя, вот в самый момент, когда трон один стоит голый, да, у вас мегасы, он говорит, что делать, как эту игру выиграть. И он супер уверен в своей победе, и так далее. И вот это тоже очень... Вот это даже только за этот поинт, вот, ну, это очень важный поинт. А если честно, ни разу такого ни у кого не видел. Если говоря. Вот вообще ни у кого. А у него он есть. То есть не просто мы играем до конца, потому что мы можем выиграть. Он как мессия вот этой победы, когда все невероятно плохо. И он всем говорит, он не просто, опять же, вот как я уже повторюсь, он не просто говорит, мы можем выиграть, он все рассказывает, говорит, что делать, говорит, как мы можем выиграть, что ему нужно для этого. И заставляет людей поверить в это. Так что вот так вот. Я восхищаюсь твоей работой, то, что ты проделал такой путь и сделал эту команду. И то, что у вас сейчас все происходит, это реально магия. Спасибо тебе большое, Лёх, спасибо. Приятно пообщаться. Мне, представляете, комплимент от самого Лила. Боже ты мой, спать сегодня не буду. Спасибо.